Всем привет! На Amazon программа Backstage. И я ее ведущий Даниэль Аглимединов. Мы рассказываем вам истории создания самых талантливых клипов нашей страны. И сегодня мы поговорим о клипе группы Mysterious «Неге Ундимедон». Так сложилось, что все песни группы Mysterious становятся хитами, но как минимум на слуху. Такому успеху можно позавидовать. Ну и эта работа тоже не обошла стороной остальные. Она тоже стала хитом. Мы были как-то дома у композитора Айдарбека Рысбека. Показывал свои демо-работы. Вот одна из них была песня, где она была напета птичьим языком, на птичьем языке. Там... В общем, мы говорим, что-то есть в этой мелодии, давай мы ее заберем себе. Он говорит, пожалуйста, ребята, забирайте. Вот мы забрали, написали слова. Песня очень хитанула. Она даже перепрыгнула наши старые хиты, и Холлу, и Асленен, потому что вот эта песня выиграла очень много наград. Желтан Дао, там награда радио всяких городских. Идея клипа принадлежит Ернару Нургалиеву. Всей съемочной компании песня очень понравилась, и они сошлись во взглядах. На роль расстающейся пары были приглашены настоящие звезды отечественного кино. Жандос Айбасов и Айсулу Азимбаева. Айсулу Азимбаева – актриса. Свою актерскую карьеру начала с сериала «Асель. Друзья и подруги». Также снималась в 60-секундной пародии на фильм «Черный лебедь», который выиграла на конкурс в 2012 году в Лондоне. Участвовала в проекте «Танцы со звездами». Айсулу принимает участие в театральных постановках. Активно снимается в клипах. Играет в кино. Идея в основном от режиссера исходила. Режиссер свою идею сказал. Мы не стали задаваться вопросом моего личной жизни. Это его видение было. Нам главное было, чтобы быстро снять. Мы вот позвали актрису Айсулу Азимбаеву. Кстати, у нее скоро фильм. Уже вышел фильм. И скоро еще выйдет фильм. В общем, когда мы ее брали, я не помню, чтобы где-то снималась. В общем, ее посоветовал Дернар, сказал, хорошая актриса, возьмите ее в клип. И Жандос Айбасов снимался в нашем клипе. Ну там Жандос Айбасов, он начинающий актер был тогда, когда первый его фильм вышел, он и она, и его туда пригласили. И как раз они начали с Айсулу Азимбаевой встречаться. Вот. Только начали встречаться, а сюжет линии расставания. Подготовка к съемке и весь съемочный процесс обычно занимает примерно 3 дня, если не больше. Но не с этим клипом. Благодаря творческой группе и профессионализму актеров это всего заняло 3 часа. Через интернет, где продают коттеджи, дома, и позвонили, сказали, мы хотим вот клип снять. Но многие отказывались, сказали, ой, мы боятся же съемки, что-то испортить. И вот мне понравилась эта локация, сказали, они отказались вначале. Я как бы администратор сказал, давайте поговорить еще, договоритесь. И они без конца звонили мне. Я говорю, ладно, да, приезжайте, снимите. И все. Только аккуратно все это было. Ну, мы аккуратно сдали, и все. Он в этом клипе решил показать настоящие отношения казахских батыров, которые в кавычках, что реалии жизни. Многие мужчины бьют своих женщин. Он говорит, почему бы это не показать? Пусть им будет стыдно. Это же как бы, взято из жизни, в общем. Нервишки не сдали у парня, он взял ее, ударил, потерял ее, все. Об этом и клип. Там ничего сложного. Просто получается, у каждого из нас снимали на фоне неба кадры, как мы пели. А самые сложные съемки были вот у актеров, но так как они профессионалы, они вообще со второго-третьего дубля все эмоции показали, кто кого надо ударил, кто
кто там сотку уронил, и в общем все, съемки быстро закончились. Там даже гример не понравился. Ребята однажды встретились на футбольном поле, а сейчас популярная группа. Ну, мечтайте и никогда не забывайте о своей мечте. Идите к ней, радуйтесь жизни. И тогда, возможно, она когда-то сбудется. А сейчас давайте посмотрим этот клип. На наших экранах группа Mysterious, Nige Undimeden. Саған бара алмай, саған деген ынтық сезімім, жүрегімде от боп лаулатай. Күлім деген қылығым тәтті, сен сыйладың пәк махаббатты. Жүрек сені тапты, сыңарын іздеп, аңсаған бақты. Бэкстейдж рассказывает вам историю создания самых талантливых видеоклипов нашей страны. Узнавайте и любите казахстанскую музыку. И обязательно создавайте свою.
Ну а с вами был я, Даниэль Агамединов. До скорых встреч. Пока-пока. Хотите, чтобы ваши дети научились красиво говорить, презентовать себя на телевидении? Казахстанская медиа-академия объявляет набор учащихся в младшую группу класса «Музыкальный ведущий». Приглашаются дети и подростки от 10 до 16 лет. В программе обучения уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, профессиональная постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят ваших детей в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86.